Нашествие мух в деревне Камышово. Полчища насекомых атаковали дома сельчан. Это кадры жильцов, которые вынуждены уживаться с насекомыми. И каждый день вот такая вот история. Подметаем каждый день. Это все реальные мухи. Люди пытаются бороться с ними, но все бесполезно. В таком количестве насекомые появились здесь в начале лета. И несмотря на то, что сейчас холодно, все равно не исчезают. И все лето вот так вот. Уже надоело. Никто ни на что не реагирует. Они уверяют, что такое скопление мух связано с тем, что неподалеку находится птицеферма. По их мнению, она сливает отходы около деревни. Отсюда и полчища мух. Люди говорят, летать насекомые будут до первого снега.